То есть мы не читали вообще. Да, мы вообще не... У нас здесь висели, да, ну, рейлинг где-то висят, фотографии мы здесь развешивали, и здесь у нас клуб фотографов собираются, оформляют какие-то выставки там с ними. Вот, и вот Данил так вот вписался как раз. Очень-очень уютно. В большей мере даже ветераны педагогического труда, потому что ну, у нас есть, значит, существуют клубы. Это досуг учителей. Досуг, это совершенно верно, досуг, культурно-досуговое учреждение для учителей. То есть здесь у нас такие фирменные мы делали подарки. Вот это вам как будто с рождественской? Нет. Позвонила ретивотник и сказала, вот хочу... Состоялось открытие выставки «Импульс». Всех благодарю, кто присутствовал на открытии. Выставка будет работать весь январь, может даже чуть больше, так что заходите в дом учителя.